А, смотри, проснулся. Тихо, тихо, браток. Все свои, шмалять не будем. Если бы мы тебя привалить хотели, ты бы проснулся, а голова в тумбочке. Точно? Так что ты не напрягайся. У Саула к тебе разговор есть. Ну здорово, гастролер. Не забыл, как меня в тот раз приложил? Я вот помню, до сих пор башка трещит. Ну а что не замочил наглухо, это я отдельно помню. Так что держи. 8 маслин в барабане, понял? Я за него костылю 2 куба воды подогнал. Цени. Ну это все так, лирика. Пора к делу. Я чего тогда топором махал? Барона нашего знаешь? Ну так он у меня уже, считай, в кармане был, понял? Я 5 лет к нему в доверие втираюсь. Лохматых через колено ломаю. Он точилу за это получил. От щедрот. Че, умотался? Ну придавим массу пока, после поговорим. Пойдем, покажу кое-что интересное. Меня эта пыль доконает. Смотри, как я тут устроилась. В Москве было похоже. Правда, жарище тут, духота. Чувствую, скоро свалюсь, как Степа. В общем, что я тут разведала? Видишь кран на краю пирса? В кабине кто-то есть. Толком не разглядеть, но мне кажется, он меня заметил, как только я пришла сюда. Для наблюдения за базой точка отличная, так что проверим. Теперь посмотри на тот разбитый кран. Самый большой, у самого обреза воды. Видишь? Так вот, он не разбит, а разобран. Туда несколько раз подъезжали грузовики с клетками. Похоже, эти бандиты держат там местных. За портом какое-то здание. Думаю, это диспетчерская аэродрома, но не уверена. В любом случае, техники там должно быть много. Может найтись что-нибудь интересное. Вижу, ты нашел карты. Молодцы вы с Дамиром. Я буду дальше следить за вышками, а ты решай, что делать дальше.
Райдер, похоже, неплох. Это падло за теми ящиками ныкало.
Mm-hmm.